выступление лучших творческих коллективов, ярмарка изделий ручной работы и спортивные состязания. В парке Наташинские пруды отметили День народного единства. К массовым гуляниям присоединились сотни гостей и жителей городского округа Люберцы. Вместе с ними в праздничную атмосферу окунулась и наша съемочная группа. День народного единства в парке Наташинские пруды развернулись настоящие народные гуляния. Согреться в осеннюю погоду помогали не только горячий чай с выпечкой, но и спортивные состязания. Силу и выносливость гостей праздника проверяли на различных испытаниях. А любители изделий ручной работы могли посетить выставку. Но День народного единства празднуется для того, чтобы показать людям, что мы все-таки едины и то, что нужно быть сплоченными и свою страну. Вот мы стоим с флагами, мы вселяем патриотический дух нашим гражданам. Виктория Спирченко – завсегдатай концерта в честь Дня народного единства. Впервые девочка выступила на этом празднике 10 лет назад. Тогда ей было всего 4. Я думаю, что очень важно знать, что в нашей стране много национальностей, и каждую национальность нужно уважать и не разделять людей. Праздник, который объединяет жителей огромной страны. В этот день россияне вспоминают о событиях 1612 года. Тогда народные ополченцы совершили подвиг во имя свободы и независимости своей родины. Дорогие друзья, всех с праздником! Днем народного единства, днем Казанской иконы Божией Матери. Всем добра, счастья и благодати Божией. Когда народ един, он непобедим. Абсолютно все трудности, они не то, что проживаются, они проходят. Мы их побеждаем, мы их переступаем, мы идем дальше. Праздничные концерты, посвященные Дню народного единства, прошли на нескольких площадках городского округа Люберцы. Луиза Егазарян, Анастасия Юшкевич, Алексей Андреев, Александр Моисеев. Телеканал ЛРТ. Привет, я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.